Ребята, всем привет! Я сейчас уже иду из школы. Зашли в магазин. Я же говорила вчера, то, что я хочу купить канцелярию, посмотреть. Так что сегодня пришли в магазин за канцелярией. Пойдем, скорее всего, в Модис или в Куквоед. Не знаю еще, куда пойдем. Ну, а сейчас вначале идем покушаем, потому что я очень голодная, хочу есть. Хотя бы блинчик сейчас едим, а там пойдем за канцелярией. А зачем мы сюда зашли? Ну ладно, зашли в бифри. Мы уже в теремке. Я решила заказать вот такой вот супчик с фрикадельками и лапшой. Блинчик, здесь грибы, картошка, ну пюре картофельное и лук фри. Ну жареный, в общем, лук. И еще квас. Все, всем приятного аппетита. Сейчас покушаем и потом пойдем за канцелярией. Мы зашли в Моди. Здесь небольшая коллекция из Моди есть. Салфетки разные, фоторамки. Но здесь совсем чуть-чуть из Моди. Конечно, в самом магазине Моди намного прикольнее и намного больше всего интересного. Новогоднее уже даже что-то есть. Так, а вот канцелярия. Ой, смотрите, новые ластики появились вот такие. Это ластик? Да, это ластик. Ух ты, прикольно. В виде мороженого. И еще вот такой есть цвет. Прикольные ластики. Ну, даже сколько они? 49 рублей всего лишь. 50 рублей, грубо говоря. Это прикольные ластики. Прикольные, да, такие. Оригинальненькие. Ой, они еще, смотри, с рисунком каким-то, видишь? 3D-шный? Ну, типа. Ну, как-то, да. Прикольно вообще. Карандашики цветные. Это что? Блокнот. Стикеры. Стикеры. Вообще мне нравится, вот некоторая канцелярия есть. Ну вот она в Модисе, она из Моди, вся канцелярия, видите, вот видишь, написано Моди. О, да. То есть вся канцелярия из Моди здесь. Вот такие вот, что это такое? Это карандаш, да, вот такой? Ну да. И ластик? Да, вот такой ластик. Блокнотики. А какие блокнотики хорошие, прикольненькие. Угу. У нас еще есть блокнотики? Да, у нас еще много блокнотов. Тебе, в общем, что надо? Стержни, да? Стержни, ручки. И тетрадки вообще, кстати. Да. Смотри. А вот ручки, смотри, какие. Угу. Мини подойдет под цвет моего пенала. Тетради 60 листов. Это сколько? Тетради тоже очень красивые. Слушай, здесь. А тебе нужно на кольцах или нет? Нет, мне не на кольцах нужно. На кольцах не любишь? Ну, я люблю на кольцах, но на кольцах много места занимает. В рюкзаке. Да? Да. Ой, смотрите, еще какой ластик. Еще есть такой фиолетовый. Угу. Маркеры. Да. У тебя маркеры вообще все целые, да? Да. Еще не использованы. Маркерами редко пользуюсь. В основном черной и синей ручкой. Такие вот ручки с ананасиками. Смотри, стикеры какие. Прикольные, с кошечками. Котята. Осенние, видишь? С листиками. А, здесь каждый сезон. Наверное, или ну, нет? Ну, в общем, милый, прикольный. Ну, в общем, такие. Да. Ой, смотри. Это что такое? Это типа такое? Рыба, васаби и имбирь. Точно. Роллы. А еще вот что-то черненькое. Ой, есть еще вот такие роллы. Это что, типа эти? Ну, этих. Мозолей. Ну, понятно. Лейкопластырь. Да, вспомнили. Лейкопластырь, точно. А вот видишь, еще такие есть. Угу. Прикольненькие. О, это что такое? Увеличительное стекло. Тебе не нужно? Нет. Нет. Такие маленькие ластики. Ой, смотри, с мячиками. А что это такое? Ластики. А, это ластики, такие, да? Маленькие. Ты, походу, уже там вытащили, что-то их мало. Ну да. Ну вот смотри, видишь, здесь много. Но они другие. Ну, вот смотри, равно. Здесь с мячиками тоже мало. А здесь, смотри, видишь, такие... полные. Ну, это, видишь, они такие тоненькие, это вот объемные. Ой, смотри, с картошечкой фри. Ручка. Ну, такие. Это что такое? Ручки. А, это этот фрукт какой-то там. Другой? Не. Как-то по-другому называется, но я не помню. Простые вот такие ручки розовые. Голубенькие, красненькие, зелененькие. Вон, смотри, какие зонтики прикольные, яркие. Ага, прикольные тоже ручки, да. Кстати, они стоят. А сколько стоят, они, я не знаю. Есть розовые и зелененькие. С кошечками.
Тебе не нужен такой зажим для бумаги? Нет, слишком большой. Мощный. Ой, это что такое? Степлер. Стикеры. Степлер. Смотри, какой прикольный степлер. Ну да. Вообще классно. Так, а это? Ой, это для карточки. Возьми. Да, я возьму. А смотри, какой набор ластиков сейчас по акции. 3 ластика 50 рублей всего лишь. Угу. Тебе не нужно, ластиков много, да? Да-да, у меня много ластиков, не хочу ничего. Пенальчики вот такие вот сейчас, кстати, тоже по акции, по 170 рублей. Есть еще вот такие пеналы. Тряпочки, все, что с ними было? Ну да, ну буквально недельки две и все. Очень хороши вот силиконовый, пластиковый. Вот пластиковый пенал 50 рублей стоит. Вот такие вот книги, тетради, то есть. Ой, смотри, карандаш и ластик. По 40 рублей. Сейчас, кстати, на канцелярию акции. Ну не на все, но на некоторую канцелярию. Ой, это вертушка, мам, смотри. Да? Угу. Да. А, это палочка, волшебная палочка. А вот уточки, ластик есть. Смотри, набор маркеров. Прикольно, только он не влезет в пенал. Мне кажется, ну, ни в один. Ну, вообще прикольно, да. Вот такие линеечки. Ой, смотри, линеечка с уточкой. Так, а это что такое? И калейдоскоп не нужен. Это калейдоскоп? Да. Это как? Вот так. Прикольно. Ну нет, я думала, что мне не нужен. А что, на уроке? Ой, смотри, набор. Миланки надо? Для творчества? Да. А что это интересно? Платьице как-то делать вот с этим. Не знаю. Творческий набор. Раскрасить принцессу. Раскрасить принцессу, да. Я не знаю. Наверное, как-то вот этими шариками платьице можно. Или внутрь, или как-то вот раскрашивать. Не надо нам? Смотри, я не знаю. А вот, смотри, есть лягушку раскрасить. Даже знаешь, как... Смотри, как раскрасить? Здесь трубочка есть какая-то, или что это там? Ну да, трубочка. Не знаю. Честно, я не догоняю. Татуировочки золотые. Ну здесь уже для творчества пошло все. Я хочу еще найти вот эти вот штучки для карточек. Какие еще есть кассетки? Деревянный арбузик. Где? О, для чего нужен? Ну, я начала подумать, что это чего, понимаешь? Это, наверное, просто как игрушки. Это декоративно, наверное, что-то такое. Да. Да-да-да, ой, смотрите, какие штуки есть прикольные. Подводные жители. Мы уже пришли в Окей, и теперь давайте здесь посмотрим стержни и ручки. Ну, вот ручки. Тебе там тоненькие, да, нужны, ну, стержни? Да, тоненькие нужны стержни. Нет, это черные ручки, здесь именно просто ручки. Здесь тоже ручки. Так, ищем здесь стержни. Мне кажется, здесь проблемка со стержнями. Вот мне тоже так кажется. Но вот для карандаша есть стержни. Ручки. Стержень для стирающихся ручек. Ну это не то ли. Ну это прикольно. Но у меня нет пластика, чтобы стирала эту ручку. Вот стержни для шариков. Но мне такие не нужны. Ну в общем нету здесь стержней. Ну и ручки, которые мне нравятся, тоже я не вижу такую ручку. Ой, смотрите, я здесь нашла еще вот такие вот маркеры. По идее, ты рисуешь на одежде, и потом водой можешь смыть этот рисунок. Это как мы на канал Мими Шоу снимали видео, раскрашивали футболки. Вот из этой же серии. А ну-ка бегом все зашли. Смотри, Елен. Ладно, мы идем дальше. Из канцелярии мне ничего не понравилось, а стержни я не нашла. Походу, следующий год свиньи. Посмотрите, какая миленькая свинюшка. Давай купим. А вот, смотрите, есть такой магнитик, как денежка. Ну, конечно, 2019 год, это год. Ну, конечно, ты знала, да? Ну, конечно. Ну, да. Что здесь новенького-то, да? Ой, смотри. Да, давай такую возьмем, мне тоже нравится. Мне еще вот это вот нравится, миленькая, и вот это, да, нравится. А еще такая? Не, ну, у нас на удачу есть уже. Давай такую возьмем дома. 2019-го, нет. Давай такую. У меня которая. Вот это берем. А мне вот это больше нравится. Ну хорошо, бери ее. Ой, а вот смотри, какая синюшка. Прикольно.